Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о цветах, о вазонах, которые ни в коем случае нельзя принимать в подарок. Иначе таким образом вы примете не просто цветы, а примете в свою жизнь неприятности и проблемы и беды. Прямо сейчас поставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите «Благодарю, нам будет очень приятно». Практически каждый человек любит живые цветы и вазоны, ведь они способны делать жизнь веселее, дарить светлые и положительные эмоции, а также притягивать потоки энергии, которые помогут стать счастливее и радостнее. А это важно для каждого человека без исключения. Если кто-то не любит живые цветы, к нему стоит внимательнее присмотреться, так как этот человек с темной душой. Он может сам об этом не подозревать, но это происходит на энергетическом уровне несоответствие энергии, которую он излучает и которую излучают цветы. Поэтому у него и возникает такое чувство. Еще жилье, в котором находятся живые растения, обладают положительной энергетикой. В нем приятно находиться, так как светлые и нужные энергии поступают постоянно в достаточно большом количестве. И это положительно сказывается на всех тех, кто в данном доме живет. У данной семьи крепкие отношения, они с легкостью могут найти решение любой проблемы, а также уладить недопонимания, если таковые между ними на каком-то этапе возникнут. Находящиеся в спальне правильно подобранные цветы, вазоны способны сделать отношения между парой более искренними, страстными, любящими, а также взять их под энергетическую защиту от тех, кто желает им зла, либо же завидует тому, какую семью им получилось создать. К сожалению, таких людей в нашем окружении немало, и всегда нужно быть начеку, чтобы предугадать такие посылы и не принять их в свою жизнь. Если в жилье положительная энергетика, то и биополе тех, кто в нем живет, крепкое, прочное, и его не просто повредить, пробить в нем дыры и благодаря этому отобрать то, что кому-то со стороны хотелось бы иметь в своей жизни. Также, если вернувшись домой после общения не с теми людьми, либо после трудного рабочего дня или какой-то поездки, то вы быстро восстанавливаете энергетические силы. А если вдруг по какой-то причине в нем получились пробоины, то это получается с легкостью исправить. Цветы способны привлекать к людям и то, что каждому человеку не хватает персонально. Например, кому-то не хватает любви, они могут приумножить данные энергии. Кому-то не хватает уверенности, они помогут притянуть энергии, которые подтолкнут в нужном направлении. Кто-то имеет желание быть успешным, они способны помочь и в этом, так как они настолько сильны в излучаемых энергиях, что способны на энергетическом уровне все это корректировать и помогать, окружая только нужными и мощными энергиями. Домовой также любит цветы, вазоны, растения, поэтому будет рад их появлению в вашем доме, ведь они будут не только его украшать, но и помогать вашему энергетическому помощнику содержать энергетику жилья в надлежащем состоянии. С цветами связано очень много народных примет, которые нужно знать, ведь они способны о многом вас предупредить и на многое указать. Ответь, если знаешь, что ожидать, то получается с легкостью справиться с любыми проблемами. Когда они приходят, но за ними нужно внимательно следить, порой с ними нужно разговаривать, для того, чтобы установить крепкую связь. Они не должны находиться без воды, у них не могут быть сухие листочки. Если вы будете так с ними поступать, то можете с их помощью вместо положительных энергий притянуть негативные энергии. Поэтому, если вы не готовы о них заботиться, не заводите. Если цветы часто цветут, листья крепкие, зеленые, это указывает на то, что энергетика вашего жилья крепкая, положительная, что у всех членов семьи все будет хорошо в тех направлениях, над которыми они работают. Если комнатные растения постоянно чахнут, погибают, вам стоит обратить внимание на энергетику вашего жилья. Возможно, она разрушительная, возможно, в доме поселилась злая сущность, или же на ваш дом наслали просто-навсего порчу. Если растение упадет, разобьется горшок, не расстраивайтесь, пожалуйста. Хотя это, конечно, и неприятно, но это указывает на то, что вас ожидает новый и судьбоносный этап вашей жизни.
Будьте внимательны для того, чтобы его не упустить. Используйте все возможности, которые будут перед вами открываться. Если когда растение упадет и горшок не разобьется, это означает, что вы мало внимания уделяете своей семье. Вам стоит пересмотреть к нему свое отношение. Расколовшийся горшок укажет на то, что в семье произойдет сильный конфликт, который может закончиться разводом или же на то, что у вашей второй половинки появилась симпатия на стороне. Никогда не принимайте в подарок растение, которое уже было в чьем-то доме, так как оно передаст вам энергетику данного жилья, а вместе с ней и то, что наполняет данный дом. Даже если вы думаете, что хорошо знаете, что в нем происходит, какие люди живут, это не всегда так, так как многие семьи имеют свои тайны, о которых не все знают. Если решили принять такое растение, то обязательно дайте за него монету, а принеся домой, пересадите в свой горшок. Старый вынесите и выбросите. Полейте проточной водой, и она мысленно при этом смоет негатив. И она вам поможет, им водичка, именно это сделать. Также ни в коем случае никогда не принимайте в дар увядающие цветы, так как вместе с ними привлечете в свой дом и проблемы, порой беды, разрушительную энергетику, которая скажется в первую очередь на самом старшем члене вашей семьи. Он будет увядать так, какие это растения, жизненные силы будут покидать. Вы должны понимать, что слабое растение вам отдают не от чистого сердца, а со злым умыслом, а также и то, что негативные энергии, которое оно содержит, передаст и остальным вашим цветам, из-за чего дом наполнится негативной энергетикой и в нем станет неприятно и некомфортно находиться. Не стоит принимать растения и в понедельник. Это не только тяжелый день, но вместе с ними вы примете и трудности, а также чужие опасения, страхи, приступы паники, депрессии. Не стоит принимать цветы и в среду, так как в этот день вместе с растением, если оно от злого человека, в дом привлекаются и денежные проблемы. Не стоит в недавно купленное жилье приносить чужие вазоны, когда старые и имеют видимые повреждения, иначе это сделает энергетику жилья слабой, и любой негатив извне с легкостью в него притянется. Если вам растение в горшке дарит человек, отношение которого к вам враждебное, который постоянно с вами в чем-то конкурирует, не стоит такое растение принимать, иначе это привлечет к вам недомогание, и этот человек отберет у вас то, что ему от вас нужно. Если вы знаете, что человек вам завидуют, также не берите у него в подарок вазон, иначе это привлечет к вам финансовые проблемы и перекроет важные энергетические каналы. Завившиеся в растении вредители, такие, например, как червецы, тля, клещи, укажут на то, что возле вас есть завистливый человек, которого вы принимаете за друга и который о вас много сплетничает. Поэтому пересмотрите внимательно свое окружение. Опавшие листья укажут на неудачу, которую очень скоро стоит ожидать. Если у вас есть какие-то важные, грандиозные планы, отложите их на потом, чтобы потом не жалеть. Чтобы ребенок был спокойным, хорошо спал, обязательно разместите у него в спальне на подоконнике цветок, и он будет притягивать хорошие энергии и успокаивать его. Чтобы цветок был крепче, приносил счастье, побег или же кусочек от него нужно украсть. Если вы размещаете растение в каком-то месте, и оно начинает вянуть, перенесите в другое место. Если его состояние улучшится, значит, это негативная зона в вашем доме, и ее стоит вам больше уделять внимание во время энергетических чисток. Таких зон в доме может быть несколько. Растения способны впитывать сильный негатив, поэтому если у вас засохло растение, это укажет на то, что оно защитило вас или же кого-то из членов семьи от беды, которая могла произойти. Растение, которое должно цвести летом, зацвело зимой, это к приятным неожиданностям. Возможно и то, что вы о чем так долго мечтали, получится воплотить в ближайшем будущем.
Если перед важным жизненным этапом зацветает ваш любимый цветок, это укажет на то, что у вас все получится даже лучше, чем вы сами того ожидаете. Если какой-то цветок долго стоял, не пускался в рост, не цвел, но за короткий промежуток времени все это изменилось, и он меняется на глазах, это означает, что вас ожидает очень крупная прибыль, которая вас значительно порадует. Это может быть даже и большое наследство. Но если, например, рождественник – очень красивый цветок, разнообразных цветов, который каждый может подбирать себе по вкусу, зацветет раньше времени, это укажет на то, что в дом придет череда неудач. Поэтому нужно быть наготове, и когда это случится, не расстраиваться, а быстро решить их, собравши все нужные силы, после чего поблагодарить цветок за предупреждение. Если же он расцветет перед праздниками, то таким образом он хочет порадовать вас и притянуть в ваш дом хорошие новости. Хорошими цветами с положительной энергетикой будет герань, которая привлечет в ваш дом комфорт, потоки сильных энергий, уважение, успех, а также станет оберегом для семьи и защитит от стрессов. Розовая поможет вам в стрессах, белая поможет человеку без пары ее обрести и вступить в брак. Драцена улучшит эмоциональное и физическое самочувствие, убережет от конфликтов, от плохих снов, а также влияние завистников, укрепит биополе и энергетику жилья. Денежное дерево притянет в дом стабильное финансовое положение, поможет справиться с любыми долгами, научить правильно относиться к деньгам, а также наполнит жизнь новыми возможностями и благополучием. Такое дерево нельзя никому отдавать из своего дома, так как вместе с ним вы отдадите денежную энергию, связь с которой возобновить будет очень непросто. Если вы уезжаете, переезжаете и не можете по какой-то причине его взять с собой, обязательно продайте. А одну купюру или же монету отдайте на благотворительность. Тогда связь с денежной энергией не разорвется, а наоборот только приумножится. Далее бамбук. Вы знаете, бамбук также способен притянуть денежную энергию, поспособствовать тому, чтобы кошельки всех членов семьи никогда не были пустыми, защитит от людей, которые приходят в дом со злом. Фиалка. Вот фиалка, она способна принести в дом любовь, убрать все недопонимания, наполнить отношения счастьем, сделать связь между членами семьи неразрывной и очень крепкой. Фиалку можно дарить только близким родственникам, с которыми желаете укрепить связь, а также тем, кого вы любите всей душой, так как вместе с данным цветком вы подарите им светлые энергии и, соответственно, приятные события. Поделитесь частью своей души. Не давайте никому просто так листочки фиалки, так как иначе ухудшится ваше финансовое состояние. Если даете, пусть вам за них дают монету желтого номинала, знайте об этом. Лимонное дерево притянет в дом взаимопонимание, очистит энергетические каналы, заполнит его светлыми энергиями. Неудачи и проблемы покинут такой дом. А вот мандариновое дерево притянет в дом изобилие, защитит от злых сущностей, а также поможет приумножить все то хорошее, что у вас уже имеется. Алоэ поможет покорять новые и новые вершины, добиваться успеха в карьере, найти занятия, которые будут приносить хороший доход, а также поможет дом наполнить любовью. Далее аукуба. В народе его часто называют деревом из золота, так как оно имеет связь с денежной энергией и способно привлекать ее в больших количествах. Если владельцу получается установить с ней нужную связь, оно начинает расти, то и финансы данного человека быстро приумножаются за непродолжительный период времени, и человек действительно сможет разбогатеть и приумножить свои деньги. Мирт – это растение, которое обеспечит семейным счастьем, каждому человеку поможет притянуть такое, о котором именно он мечтает. Если в семье есть конфликты, то после того, как такое растение попадет в дом, все это уйдет, а отношения становятся только крепче. Женщинам он поможет притягивать энергию красоты, что будет очень положительно сказываться на внешности. Мужчинам – уверенность в своих силах и решительность. Хризантема поможет укрепить иммунную систему, избавиться от тревог, приступов гнева, снять стресс, наполнить дом добром, финансами, поможет быстрее воплотиться в жизнь самому заветному желанию.
Для того, чтобы подобрать правильный цветок, вазон, растения, вам нужно в первую очередь прислушиваться к своей интуиции, а затем изучить то, что с ним связано, чтобы иметь возможность подобрать именно то, что нужно вам, и вместе с ним получить это в свой дом или в жизнь. Но никогда не приносите в свой дом цветы, которые способны виться, такие как лианы, а также те, которые способны ползти, например, плющ, у которых свисают ветви, таких растений также не должны быть в вашем доме, иначе его энергетика не только ослабнет, но и в доме получится энергетический застой, ведь светлые положительные энергии не смогут с легкостью передвигаться по жилью, и это станет быстро ощутимо. В доме появится дискомфорт, желание подолгу в нем не находиться. Сны будут наполнены кошмарами, а недопонимания в семье будут только приумножаться на протяжении каждого дня. Связь при этом будет уменьшаться. В доме, где присутствуют такие растения, биополе у членов семьи слабое, отношения заканчиваются разводами, а негативных людей такой дом привлекает в большом количестве, и они, попадая в него, приносят свой негатив, ощущают силу, что с каждым таким их посещением и вовсе разрушает его энергетику. Через некоторое время оно будет настолько негативное, что в темное время суток будет привлекать злых сущностей и потусторонние силы, и жизнь в таком доме станет невозможной. Допустить такого ни в коем случае нельзя. Поэтому очень важно, чтобы вы относились к вазонам, которые есть в вашем доме, с любовью и уважением, а они отплатят вам тем же. Поэтому очень важно, чтобы вы изучали правила, которые с ним связаны. Притягивайте с их помощью нужные сильные энергии, которые помогут вам жить прекрасной и разнообразной жизнью, в достатке и изобилии. Не приносите в свой дом такое растение, о присутствии которых придется потом пожалеть. Обдумывайте свои шаги наперед, прислушивайтесь к внутреннему чутью, и вы все будете делать обязательно правильно. Если в чем-то не уверены, не спешите с выводами и действиями. Очень важно изучить детальнее вопрос. Если вам понравилось это видео, эта информация, прямо сейчас поставьте лайк этому видео, в комментарии напишите «благодарю». Девочки и мальчики, в описании к этому видео у нас с вами, для вас есть важное видео. Обязательно изучите, посмотрите, там очень важная и ценная для вас информация. Также обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация действительно будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много для вас важной, ценной, интересной информации. Всех вам благ, услышимся с вами уже в следующем видео.